пистолет Эдисон ФБР. Пистолет федерального агента. Он такой небольшой, вот он на ладони помещается. Значит, как откидывается барабан? Вот сюда. Рычажок. Откидываем барабан. Закрываем. Можно просто щелкать. Пистолет из металла. Барабан пластмассовый. Он так всегда делает. Это не влияет никак ни на надежность, ни на что. Попробуем пострелять. Заряжаем пистончики. Вот таким образом. Восьмизарядные пистоны здесь у нас. Так. Стреляем. О, громко. Кстати, чем меньше пистолет, тем, как правило, громче он стреляет. Все. Ну и покажем, что получилось. Вот. Обгорелые наши пистоны, дымок идет. Вот такой пистолет маленький, металлический.